Спортсмены разных возрастов сошлись в боксерском поединке, чтобы выяснить, кто из них лучший. Турнир организовали представители детской спортивной школы «Виктория». Соревнования посвящены мастеру спорта по боксу, заслуженному тренеру Георгию Маслюченко. География участников объединила всю Московскую область. Из города Клина, Солнечногорск, Москва, несколько залов, Лобня, Долгопрудный. У нас на этом турнире участвует 80 человек, 40 пар. За ходом схваток следили не только квалифицированные судьи, но и профессиональные спортсмены. Выступает очень много молодых спортсменов, которым необходима профессиональная, так скажем, поддержка от ребят, которые достигли уже в боксе чего-то. Поэтому мы здесь, собственно говоря, поддерживаем своих боксеров. Каждый боксер на турнире, конечно же, готов к поединку и знает тактику своего противника. За плечами у всех спортсменов многочасовые тренировки, и каждый настроен только на победу. Соперника я лицом не видел, но имя, фамилия известно, соперник опытный, но мы готовились, мы готовы к бою. Боев было по 35-40, из них 3 поражения. У спортсменов из «Химок» призовые места. Лучшими в своей возрастной категории стали Павел Миронов, Николай Попов и Тигран Крылов. Победителей боев наградили памятными грамотами и статуэтками. Кирилл Зыкин, Вильфред Демковский, Новости Химки ТВ.